Всем привет, это Virgil, и вы слушаете OG Review. Сегодня мы взглянем на Batman The Telltale Series. Хотя скорее его можно назвать Франкенштейном, потому что за долгие годы от него отрезали, к нему пришивали, убивали, воскрешали, изменяли и возвращали обратно. Герой, проживший 70 с лишним лет, наверняка уже достиг такой проработки и глубины, до которой не дотянутся классики русской литературы. Но этот Бэтмен новый. После последней перезагрузки киносерии и после последней перезагрузки игры серии Arkham Asylum и производных, а может и комиксы серии, вот здесь я не силен. Но вот крылатый защитник долетел и до обители Telltale Studio. Если кто не в курсе, она была создана перебежчиками из LucasArts, причем теми самыми, что занимались там созданием квестов, и которых разогнали в 2005 году. Сначала они занимались оригинальными сериями, потом взялись за свои старые – Сэма и Макса и Обезьяний остров. А затем на них посыпался проливной дождь из чужих лицензий. Казалось, там было все, начиная от Уоллеса и Громита до Майнкрафта и от Войны престолов до парка юрского периода. И много чего между ними. И вот Бэтмен спикировал на жесткие диски наших компьютеров в неизменно эпизодическом виде. Что же получилось? На Готхэм-Сити надвигаются сумерки, и Темный Рыцарь выходит, вылетает или выезжает на тропу войны. Город давно погряз в криминале и коррупции, самих родителей Бэтмена, то есть Брюса Уэйна, его реальную часть, застрелили на улице неизвестные, когда им было мало лет, и теперь он занимается тем, что сам наводит ужас на нарушителей порядка. Ну, а нехилое наследство, доставшееся ему, делает этот процесс более простым и доступным. И делает он это очень кинематографично. Игра открывается длинной кат-сценой, переходящей в размеренную QTE последовательность, то есть нажимание показываемых на экране кнопок вовремя. Прямого управления здесь нет, и остается лишь наблюдать за пируэтами человека летучей мыши, постановкой боевых сцен и ракурсами, выбранными виртуальным оператором. Группа боевиков осаждает мэрию, Бэтмен осаждает боевиков, полиция с комиссаром Гордоном плетется где-то в хвосте за всеми ними. В конце мы в лоб-лоб сталкиваемся с женщиной-кошкой, которая успевает неуязвимого Бэтмена поцарапать. Ну а после этого наступает мирная часть, но не стоит считать, что в ней можно расслабиться. Разумеется, в любой момент можно поставить игру на паузу, но в тех редких моментах, когда заботливые создатели предлагают нам что-то выбрать, время летит. Обычно это три варианта ответа на какую-то реплику. Причем таймер начинает тикать в тот самый момент, как начинает проигрываться реплика другого персонажа, и заканчивается с ее окончанием. То есть ожидается, что Брюс Уэйн должен дать ответ, не дослушав до конца своего собеседника. А иногда даже не вчитываясь. Время-то бежит. Часть из действий, по словам авторов, окажет влияние на дальнейшие события. Нам даже расскажут, какие именно. Стоит дать определенный ответ, и на экране вскакивает значок а-ля Achievement. Он это запомнит. Диалогов немного, а выбора тоже. Поэтому такие таблички всплывают довольно часто. От квестовой части не осталось почти ничего. Максимум, что может потребоваться, это соединить улики на сцене преступления, чтобы воссоздать ее картину, или, например, взять предмет и применить его, отойдя метр влево. Все очень просто и примитивно. Telltale рассчитывал на наименьший уровень интеллектуальной нагрузки, чтобы игроки не беспокоились о том, куда делся мультик и почему здесь надо что-то делать. С другой стороны, работу виртуального режиссера и оператора можно только похвалить, как и на писателя сценария и хороших актеров озвучания. Но все эти профессии гораздо ближе к совершенно другому виду искусства, не интерактивного, я замечу. Об общем дизайне тоже можно отозваться положительно. Telltale использует свой графический движок как надо. Он не супертехнологичный, но воссоздает реалистичный комиксообразный мир. Симпатично и подходит по замыслу. Концептуально же Бэтмен находится на уровне тех же игр начала 90-х, только уже другого жанра, который стал популярен или кем-то презираем с появлением CD-ROM, то есть интерактивному кино. И это есть не что иное, как точно такой же фильм, но с более крупным бюджетом и отлаженными технологиями. С учетом того, сколько лет уже живет Ватман, наверняка создатели комиксов уже тяжело придумать для него какие-то новые приключения, ведь и злодеи, и добродетели давным-давно заданы и канонизированы. Эпизод номер раз повествует об избирательной кампании Харви Дента, городского прокурора, который позднее должен стать двуликим, его подруге женщине-кошке и некоторых мафиозных кланах, которые хотят, чтобы Готэм также оставался поделен на зоны влияния. Появляется в кадре старый знакомый Брюса Уэйна с планами на Великую Революцию и журналистка Викки. Ну а в конце он узнает сомнительные факты о прошлом своей семьи и задумывается, имеет ли вся его конспиративная деятельность хоть какой-то смысл. Да, нам обещают, что часть принятых решений перейдет в следующие главы, что добавляет какой-то интриги, но не реиграбельности.
Ведь игры тут почти нет, а кто станет пересматривать одни и те же последовательности касцен по нескольку раз? Или проходить одинаковые QTE забеги? Ну и по современным традициям, которые мы могли видеть в других тайтлах, в Бэтмене есть социальные сетевые аспекты. Но не стоит пугаться. Во-первых, после финальных титров нам покажут статистику, сколько процентов игроков приняли то или иное ключевое решение, которого здесь не очень много. А во-вторых, в игру можно играть с другими людьми, где выбор ответа в диалоге выбирается путем популярного голосования. Как квест, игра заслуживает 2, как интерактивное кино тянет на 4 с плюсом, если не на 5. Сложно судить, не видя всех серий, но почему-то мне кажется, что ожидать каких-то трансмутаций или всплесков качества в середине сезона наивно. Если вы хотите посмотреть пару выпусков сериала на несколько часов, то это оно. Если вы же ждете от игры чего-то более обстоятельного, то здесь, увы, хватать нечего. Как похоже и в остальной продукции с конвейера Telltale. С вами был Virgil и OG Review. До новых встреч!